Как заработать на японской иене, сейчас покажу прямо на графике. Кстати, моя разворотная точка, которую я давал в прошлых выпусках по паре британский фунт японская иена, я отмечаю бирюзовым прямоугольником, идеально отработала. Цена коснулась линии сопротивления и показала как минимум два импульса от этой линии. Первый импульс составил более 300 пунктов, а второй импульс составил более 1000 пунктов, что означает, что мы могли заработать 300 и, соответственно, 1000 долларов всего за несколько часов, если бы торговали одним стандартным лотом. Теперь давайте посмотрим, как можно заработать на моих разворотных точках на японской иене на этой неделе. Вообще, я очень редко даю сигналы по японской иене, это достаточно коварная валюта, особенно для начинающих. Но в этом выпуске я решил разобрать 6 валютных пар, где присутствует японская иена, и посмотрим, как можно на них заработать. Сейчас цена подходит к линии сопротивления, но это достаточно слабая линия сопротивления. Лучше давайте рассмотрим, если вы только начинаете торговать, я вам дам сигнал посильнее. Смотрите, на H4 видно, что была пробита линия сопротивления, и цена может вернуться к этой линии сопротивления вниз. Если она до нее дойдет, то от нее можно будет купить и заработать на росте. Это будет зеркальная линия поддержки. Также здесь есть еще одна линия поддержки на уровне 143.301. Она основана на вот этом минимуме, но не только на нем. Еще также вот здесь есть зона проторговки, на которую я обратил внимание, и которая может дать хорошую поддержку. Поэтому если цена дойдет сначала до первой линии поддержки, вы можете купить. А если все-таки цена пройдет еще вниз, то можно усредниться от второй линии поддержки. Это будет для вас как бы страховка. Кстати, по стратегии усреднения работает мой торговый робот. Если хотите получить его бесплатно и у вас есть счет в OneMarkets, обязательно переходите по ссылке в описании на мой канал. А на моем канале под любым видео есть ссылка на мой Telegram. Пишите мне в Telegram, я расскажу, как его получить бесплатно. Давайте рассмотрим валютную пару евро-японская иена. И сейчас мы видим, что восходящий тренд, однако вполне возможно снижение к зеркальной линии поддержки. Почему зеркальная? Давайте посмотрим. Смотрите, совсем недавно цена показала максимум, затем этот максимум был пробит. После того, как цена пробила эту линию сопротивления, она вернулась сверху вниз, опять к этой линии, но уже с другой стороны. И также хорошо себя отработала, отбилась от этой линии поддержки. Теперь это стала зеркальная линия поддержки. Если цена вновь вернется к этой линии поддержки, я рассчитываю на то, что вероятность будет очень высокая того, что она отобьется от этой линии. Это в районе цены 151.626. Поэтому я отметил бирюзовым прямоугольником разворотную точку. Отмечайте себе, ставьте алерт, пользуйтесь оповещениями. А также не забывайте подписываться на мой телеграм-канал по ссылке на экран или QR-коду на экране. Там я оповещаю всех о важных новостях. Кстати, про новости. На японской иене можно будет заработать еще и на новости на этой неделе. Давайте посмотрим, что это за новость. Итак, во вторник, 15 августа в 2:50 по Москве выйдет новость по Японии. Это ВВП, валовый внутренний продукт. Здесь планируется изменение. Предыдущее значение было 0,7%, а прогнозируется 0,8%. Это говорит о том, что если новость подтвердится, то это может привести к укреплению японской иены. Соответственно, пара доллар японской иены, наоборот, может ослабнуть. Чтобы не пропустить эту и другие новости, на которых мы зарабатываем, обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал. Итак, продолжим забирать прибыль на рынке Форекс с помощью японской иены. На этот раз валютная пара британский фунт к японской иене. Мы видим, что была пробита линия сопротивления. И теперь она будет зеркальной линией поддержки. Если цена вернется к этой линии поддержки, то от нее можно будет купить и заработать на росте. Это примерно в районе цены 182.831. Еще несколько разворотных точек на парах с японской иены смотрите в полном обзоре по ссылке в описании на моем канале. Ну а если вы только начинаете свой путь торговли, рекомендую вам пройти мой базовый курс для начинающих с нуля. Не тратить время на эксперименты и деньги на потери, поэтому переходите по ссылке на мой канал и скачивайте бесплатно программу курса. Напоминаю, что если вы клиент компании Amarkets, то можете получить мой торговый робот бесплатно. Ну а я вам желаю успешной торговой недели, торгуйте с удовольствием, всем пока!